21 июня в Казанском федеральном университете пройдет второй международный семинар-конференция «Теоретические методы увеличения нефтеотдачи, лабораторные исследования, моделирование и промысловые применения». Сегодня у нас началось ряд мероприятий, которые посвящены конференции по термическим методам увеличения нефтеотдачи, которая стартует с 21 июня. Официальная программа стартует 21 июня, но мы решили не ждать начала. И вот сегодня, 19 июня, у нас проводятся лекции известных специалистов в области термических методов увеличения нефтеотдачи. Уже с 21-го начинается конгресс, на который приехало более 150 участников, практически половина из них из-за рубежа, из ведущих университетов, и эта конференция проводится при поддержке крупных российских нефтяных компаний. Данный семинар-конференция – это отличная площадка для обмена опытом и представления самых последних результатов ведущими специалистами из нефтяной индустрии, университетов и научных центров. Для Казанского федерального университета эта конференция очень важна, поскольку одно из стратегических направлений является как раз нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия. Эта конференция посвящена, так сказать, новым методам повышения нефтеотдачи, которые сейчас активно развиваются в мире, и Казанский университет активно работает и имеет проекты в этой области. Официальное открытие состоится 21 июня в зале попечительского совета Казанского федерального университета. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз.